Поехали. Поехали на двух колесах. Давай. Надо тебе сиденье поднять и руль. Что-то я все забываю. Знаете? Чего? Это какой-то спортивный велосипед. Знаете почему? Почему? На нем можно кататься, и когда захочешь побить, бутылка есть. Как спортивный велик. Наличие бутылки отличает спортивный велик от обычного? Да. Естественно. Всем привет! У нас сегодня жара. У нас 27 градусов. Я так понимаю, это в тени. Очень хочется купаться, но у нас такой тухлый бассейн. Так пахнет. Фу-фу-фу. Вот. А сейчас идем в стройматериалы. Нужно купить какую-то пленку. Я так и не поняла, какую, если честно. Какая пленка тебе нужна? Парник. А, армированную, что ли, да. Новую? А, поняла. Напарник, да, то он весь там продрался. Весь в дырках, он уже свою функцию почти не выполняет. Так, нам с тобой направо, Машуль. Направо? Да. Только смотри машины, ладно? Да. Так, мы в магазине, папа сейчас будет смотреть пленку, а я хочу посмотреть вешалку для коврика в ванну. Какую-нибудь скобу, перекладину, не знаю. Пленка, ешь его? НДО М2400. Нету, к сожалению, реечек для полотенец. Только крючки, а крючки нам не нужны. На, вези. Спасибо. Привет. Так, а пленка, сказали, на улице лежит. Пленка армированная есть, но они ее продают только рулоном 25 метров. Они ее не режут. Куда нам 25 метров? Непонятно, но нам 25 метров не надо, поэтому, не знаю, сейчас, может быть, сядем на машину и съездим в какие-нибудь другие стройматериалы. Может быть, там режут или... Он что, катается, что ли? Да. Опять едет куда-то? Девушка сам. Девушка учится водить? По дачам? Где дети ездят? Ну да. Самое место. Вот, сейчас поедем в какие-нибудь другие стройматериалы, может быть, там нам отрежут армированную пленку столько, сколько нам нужно, а не целым рулоном. И плюс здесь не было реек для полотенец, и, может быть, в других стройматериалах найдутся реечки. Потому что коврик сейчас висит неудобно, он висит вместе с Машиным полотенцем, как-то это не очень хорошо. Маленький. Обогревает? А, я поняла, она хочет подвесить, да? Ну да. А ноба нету здесь? А вон ноба, по-моему. Где? Вот, похоже очень на ноба. Или это не ноба? Где, да. Не знаю, это какой. Очень похоже, но, видимо, нет. А вон сзади коробка. Это наш какой-то. Нет, аэробит какой-то, да. Ну, маленький, ну вот такой вот. Балу можно, Балу тоже неплохие вроде. Повесить его. Ну, на осень. Ну да, 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 чтобы в ванне тепло было постоянно. А у нас выдержит электричество? Да. Ну, есть. А зачем губки так делаешь? Пошли. Забыл, зачем ты, за пленку. Подожди пленку, давай этот фильтр найдем, я бы взяла. Не вижу. Аквафором, да? Ну или аквафор, или барьер. Что-нибудь, да. Это не они. Это не они, нужны питьевые. Не, ну не может быть такого, чтобы не было фильтров. Вон еще. Кто-то звонит, Димка. Нашли тут штангу для коврика, для нашего, только придется немножечко отпилить трубу, наверное. Ну и ладно, отпилим чуть-чуть, и она станет покороче. Папа там уже пленку нашел. Мы вернулись. Купили пленку, купили эту, купили аквафор, набор для дачи. А то места на кухне мало, и берется фильтр. Ну, не только из-за этого, конечно. Он тут, кстати, очень дешевый. 3000 он стоит, такой набор. О, встречают!
Нас встречают. Котик мелкий. Да, да, мой сладкий, да. Бросили собаку. Все вернулись, все вернулись. Опять задыхаемся мы от счастья. Все, иди гуляй, иди гуляй. Ну, ну. Клеща у кого сегодня вытащили из уха? А? У кого клеща сегодня из уха вытащили? Козулька, а, козулька? Все, иди гуляй, иди гуляй, иди гуляй. Кошмар какой-то, у меня шлепанец тут нету. Так ты же на этой. Чего? На лестнице. Да не, ну да, теми-то я пожертвовала, а взамен-то я не купила. И те, которые были, я их в Москву увозила. То, что мы их брали в эти, в Эмираты. Черт. Я в кроссовках. В жару. В магазине у нас, кстати, есть. Шлепанцы? Размеров я не знаю, но какие-то у него там торчат. Понятно. Может, это ее? Нет. Может быть. Ну да, здрасте. Здрасте, привет. Женя, фу. Ловлю. Так. Фу-фу-фу. Ветра нет, думаешь, из-за этого? Да. Ой, не туда я. Давай. Ну да, почти. Собаки, ну, нифига себе, там ор кошачий. Где? Да это у тети Светы на участке было. А, ну так это кошки? Да. Я думаю, что она бесится, заглядывает туда. Они там орут. Продолжают, может. Опять? А что я? А у нас второй подснежник распускается. Прекрасно. Первый погиб, а второй распускается. А как же первый погиб? Ну просто вот так вот весь закрылся, стал фиолетовым и упал до земли. Понятно. А дальше растет новый. Все ясно. Развесила я целлофанки все эти, развесила весь наш укрывной материал. А, ты куда делал-то еще один? А, вон туда развесил, да? А то я оставила под столом еще один, потому что там по суше паучки были. По суше мы выбросим, нормально. Вот это вот, книжки просто? Это я туда сложила весь вот, ну, укрывной материал, который был уже сухим, который не надо сушить. Я его сложила, и он в мешке лежит. Можно его тоже выбросить в целом-то. Мешки пригодятся. Там не только мешки, там еще и лутросил сложенный. А я пойду чай пить с печеньками. А ты занимайся. Что? Что? Я же не о тебе говорила. Да? Да? А? Пойду съем все печеньки с чаем. Спасибо за комментарии по поводу нашей дровницы. Мы нашли старый гамак, которым можно все это привязать к забору. Только вопрос, забор не рухнет у нас из-за этого, не наклонится? Пап. Ой, а что вы строите? Да нет. А почему мы этот гамак выбрасываем, не помнишь? А куда его? Повесить и лежать в нем. А это куда? И там лежать. Ага. И в белом кресле лежать, везде лежать. У нас столько народу нет. Ну, правда, в сетчатом гамаке вот здесь лежать достаточно больно. Попка в сетку проваливается, отпечатывается на мягких местах. В клеточку потом все. Ребята, видела, пару раз в комментариях писали, что зря мы Маше даем новые вещи носить на даче, что они быстро выйдут из строя. И еще один комментарий, ну, тоже что-то такое из этой же серии, что не нужно новые вещи затаскивать на даче. Все дело в том, что у нас летние вещи носятся только на даче, мы не бываем в городе. То есть, либо мы их носим на даче, либо мы их не носим совсем. Когда их ей еще-то носить? В городе она не бывает летом, поэтому, естественно, эти вещи, которые я покупаю летние, она носит на даче.
Вот. Если она их не будет носить, она их будет беречь или там еще что-то, она просто из них вырастет и все. Та же ситуация на самом деле у меня. Я тоже практически не бываю в городе летом, поэтому мне нет смысла беречь летние вещи ради там не знаю чего. Я тоже не бываю там, то есть я ношу их только на даче. Осенью и весной у нас в Москве достаточно холодно для того, чтобы носить летние вещи, поэтому у меня тоже не остается никакого времени, никаких мест, где я могла бы надеть футболки новые там или еще что-то. И как не купить новую вещь и не носить ее на даче, если старая вышла из строя? А что тогда носить на даче? К тому же у Маши безумное количество вещей, которые она не успела надеть. Она из них выросла, либо там их просто было такое количество, что до них очередь не дошла. Вот, поэтому, да, поэтому было куплено и пускай носит на даче. Вышли с Машулей на вечерний променад покататься немножечко. У меня самокат, так я не достала свой велосипед. Ну ладно, потом, в следующий раз. Маша на велике. Давай, поехали, посмотрим, смотри, что там на площадке, а потом по дачам прокатимся. Смотрите. Слушайте, на нас тучи надвигаются, видимо, сегодня ночью дождь будет. Но сегодня так жарко, было так классно. Oh, hey you, what you gonna do?